В летнем парке состоялась премьера мюзикла по роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Музыкальный спектакль в исполнении театральных студий из Малаховки и Раменского увидели жители городского округа. К просмотру присоединились и мы. Когда-то на месте этой сцены располагался знаменитый Малаховский театр. В конце прошлого столетия главная достопримечательность поселка сгорела, но до сих пор эта локация притягивает творческих людей. Театр-то сгорел, а парк остался, и люди, которые здесь живут, естественно, они еще помнят ту историю, ту культуру, которая здесь была у нас не один десяток лет. И сегодня мы отмечаем 20-й театральный сезон. Не только профессиональные театры у нас приезжали, московские приезжали театры, и Шекспира здесь играли, и наши областные театры были. На этот раз на сцене любители, воспитанники детских театральных студий. Среди актеров и жителей поселка, которые выступили инициаторами постановки мюзикла. Очень хотелось бы возродить возможность именно проведения здесь театральных представлений. Не формата, к которому мы привыкли, народного творчества, потому что это очень здорово, что наши дети там участвуют в кружках, мы привыкли смотреть выступления наших детей. Но мы забыли, что еще существуют взрослые, которые хотели бы участвовать вместе с детьми. И какие бы мы ни были взрослые, мы всегда ими остаемся. Мой персонаж Сквайр Трелани – это, наверное, самый комичный персонаж этого произведения, так как он, как говорит его досье, жаден, туп, ленив, но при этом очень богат и весьма неплохо стреляет. Именно на деньги Сквайра Трелани было, собственно говоря, оплачено путешествие на остров сокровищ, был куплен корабль, и без него, по сути, ничего бы не состоялось. Зрители спектакля на 2 часа погрузились в морское путешествие, полное захватывающих историй, приключений, музыки и танцев. В парке царила та самая атмосфера творчества и неспешной дачной жизни, как во времена работы летнего театра. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.